Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как промыть водонагреватель. У меня есть водонагреватель на 50 литров фирмы Bosch. И с недавнего времени очень упало давление горячей воды. В кране почти не бежит. Необходимо его разобрать и почистить. В первую очередь необходимо отключить электроснабжение от бойлера. Я вынул розетку и необходимо снять этот защитный чехол. С помощью крестообразной отвертки откручиваем снизу болты крепления. Сначала соединяем заземление от корпуса и от водонагревателя. Теперь соединяем контакты контрольной лампочки и контакты питания от терморегулятора. После этого вынимаем терморегулятор из корпуса, просто потянув его вниз. Здесь контактная группа, которая легко снимается. После этого откручиваем обратный клапан и шланг подачи холодной воды. После этого приготовим шланг для облегчения сливания воды из бойлера. Теперь берем шланг и сразу надеваем на шланг подачи холодной воды. И после этого откручиваем муфту горячей воды. И вода начинает сливаться в канализацию. После этого головка на 13 откручиваем болты крепления нагревательного элемента. И после этого начинаем снимать нагреватель. Поставляем бедро, чтобы вдруг, если потечет вода, остаточно не налить на пол. После снятия нагревателя видно, что от магниевого анода остался небольшой кусочек. Он уже полностью выработался. А сам нагреватель выгнулся, и теперь его невозможно достать из бака без изгибания. Но я не буду его гнуть, чтобы не поломать, а помою с помощью мини-мойки, мойки высокого давления. Все в сборе. Вот вода стала чистой и можно собирать все в обратном порядке. Теперь заменим магниевый анод. Старый, как видите, уже не годен. А этот новый еще прослужит очень долго. Сначала необходимо выкрутить этот остаток прошлого анода. Выкручивается довольно легко. Имеет такой внешний вид. Кусочек. И это место закручиваем новый. Здесь теперь все чистое и можно собирать все в обратном порядке.
и подсоединяем все трубопроводы, уплотняя паклей. И после этого проверяем герметичность системы гидравлики, не подключая электрику. Начала набираться вода. Открываем кран горячей воды для того, чтобы вышел воздух. И ждем, пока наполнится бойлер. Пока краны не подтекают, здесь все в порядке. Ждем, пока пойдет хороший водопор. Вот начал выходить воздух из бака. Вода вытесняет воздух. На соединениях пока подтекания нет. Вот вода побежала из горячего крана. Значит, бойлер наполнен водой. И подключаем электрику. И установлю на свое место терморегулятор. До упора, чтобы был хороший контакт. Вот, все на своем месте, и можно проверять работу бойлера. Подключаем его в розетку. Лампочка загорелась. Пошел нагрев спирали. Осталось контролировать температуру в тене до момента выключения терморегулятора. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как почистить водонагреватель, бойлер своими руками. Пишите со замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.